Проекты оригинальные, техничные, приклады доследшие распрацовки. 24 лепшие работы представить Могилевщину на 7-м республиканском конкурсе «Техноинтеллект». 15-17 соковика на базе Белорусского национального техничного университета талиновитые дети поделятся своими идеями и науково-техничным прорывом. Гэты робот нагадвае живого собаку, які выконвае команды гаспадара. Павел Шейрман, які з'яўляецца гаспадаром робота, ласкава яго называе «універсальная платформа». Под кіраўніцтвам настаўнікаў Магілёўскага політэхнічнага каледжа каля года хлопец распрацоўваў спецыяльнае базавае праграмнае забеспячэнне. На универсальной платформе можно вплоть до роботов экстренной службы, обнаружения газа, датчик обнаружения задымленности газа. В комнату запустили, он проехал и сообщил на пульт. У областным этапе конкурса удельничали 173 работы. Свой техноинтеллект школьники Могилевщины представляли у 9 секциях. Пероутворение энергии, эксперименты у сферы энергосберегания, мультимедийные технологии и навод проекты полетов межпланетных автоматичных станций, доследование по экологии, якими, например, занимаются у Осиповичской школе номер 3. Мы изучали весь качественный, количественный состав воды, все показатели. Исходя из наших исследований, все нормы ниже ПДК, то есть способны к самоочищению, но по-любому чувствуется антропогенная нагрузка, так как наш город окружен заводами, получается, очистительные фильтры стоят, но по-любому выбросы идут. По словам журы, работы вельми цікавыя с творчей думкой. Может, проект Бялынічскай школьницы Аршаўскай Аліны об магчымасцях колонизации экзопланет калісьці стане реальностью. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, «Новини регион».